Посадив газанью, я поняла, что надо это место как-то окультурить. Но покупать что-то новое мне не захотелось, и решили использовать вот такие нарезки шифера. Шифер у нас был дома старый. Супруг нарезал полоски сантиметров по 20, и мне осталось их только красиво уложить. Здесь вы видите, что все уложено. Можно, конечно, было пользоваться бордюрной лентой пластиковой. Вот здесь я представила некоторые разновидности. Но я решила, что все можно сделать из подручных материалов. Поэтому клумбочка получилась вот такая. Но чтобы мульчировать почву, решила воспользоваться методом, который уже нами испробован года 3. Сосновые шишки и красиво смотрятся, и хорошо защищают почву от пересыхания. Если внимательно присмотреться, я посадила также ростки тагетиса. В скором времени он расцветет, и клумба оживет. И не только 4 газани будет, но и много красивых, ярких тагетисов. Вот так смотрится клумба. Если понравилась идея, повторяйте. Если понравился фильм, поставьте лайк. Всего вам доброго!